вот полночь пробила, и спать мне пора, но не спится. Так мало осталось совсем до утра, и дождик в окошко стучится. А где-то на воле все мирно так спят, сны превосходные видят. Где-то друзья за бутылкой сидят, поют, веселятся и шутят. Ответов полуночный час, в парке с другим ты гуляешь, жизнь превосходно проходит твоя, и милого ты забываешь. А может, в постели пуховой своей, в парке того обнимаешь, он прижимает твою стан рукой, и ты ему все позволяешь. А где-то вдали, далеко-далеко, где-то кукушка кукует, где-то друзья собрались в кругу и про меня вспоминают. Вот полночь пробила, и спать мне пора, но не спится. Так мало осталось совсем до утра, и дождик в окошко стучится. Բարեկամներ, հնչեց ռուսական շանսոն ոճի «Պալունիչնի չաս» երգը և այո, դուք չեք սխալվել, իսկապես այսօրվա հաղորդումը նույնպես նվիրելու ենք այդ ոճի սիրահարներին, առավել ևս, որ այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը Ռուսաստանում, նախկին խորհրդային հանրապետություններում և նաև ամբողջ աշխարհում ռուսական շանսոն ոճի ամենահայտնի ու ամենաճանաչված ներկայացուցիչներից մեկն է, Օրենբուրգյան Բելամոր կանալ խմբի մենակատար, մեր հայրենակից Սպարտակ Հարությունյանը։ Խրուստի նեժնայե շուրշանի, նի իսչեզնիտ, գասպադա, Деньги – зло, печаль, страдания, но без них нам никуда. Деньги есть, ты счастлив вечно, не хватает их всегда. Деньги есть, и денег нету, уплывают, как вода. Деньги есть, вас любит теща, обожает вас жена. Признают родня и дети, вы цветете, как весна. При деньгах все бабы ваши, а вокруг одни друзья. Затянула, закружила, но без денег вам нельзя. Деньги сами любят деньги, любят деньги и братва. И священник любит деньги, и деревня, и Москва. Любят денежку банкиры, и чужие, и свои. Ну а больше всех на свете любит денежку ГАИ.
денег нет и нет признания, и карьере всей конец. При деньгах для баб мужчина, а без денег ты самец. При деньгах дела в расцвете, вам на все дают добро. Вы всегда клиент желанный похоронного бюро. Любит деньги Украина, и буржуи, и враги. Любят деньги, 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 хитрецы и дураки. Любят деньги, 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 все их любят, господа. Коммунисты, демократы, остальная лабуда. Дайте денег, 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 мне нужны они всегда. Дайте денег, 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 я ж без денег никуда. Дали б денег, 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 я бы их бабам растарил. Ради денег, 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 всю страну я разорил. Дайте денег, сам не местный, обокрали, как всегда. Помогите, Христа ради, на билет туда-сюда. Деньги, 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 не хватает их всегда. Деньги, 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 все их любим, господа. Ողջույն, հարգելի Սպարտակ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր ժողովրդին ուրեմն հնարավորություն ունեմ ներկայացնելու քեզ և գոշած սիրված երգերը, բայց նախ մեր ժողովրդին ասեմ, որ Սպարտակ հարությունը շատ լավ հասկանում է հայերեն, բավականին լավ խոսում է, բայց քանի որ ավելի լավ տիրապետում է ռուսերեն լեզվին, մենք պայմանավորվել ենք, որ ես հարցերը կտամ հայերեն, իսկ Սպարտակը պատասխանի ռուսերեն լեզվով։ Եվ այսպես, որտեղ և ինչ ընտանիքում է ծնվել Սպարտակ Հարությունյանը։ Դու хотел бы в первую очередь тоже поприветствовать всех телезрителей. Мне просто проще по-русски объясняться и говорить. Родился я в Ереване, вырос в Ереване. Ну, родитель у меня, отец был артистом балета. Мама тоже практически всю свою жизнь работала в театре, это оперный театр, и отец, и мать там. Ну, как и все нормальные армянские дети, учился в школе, в 62-й школе, это в Норском массиве. В музыкальной школе учился тоже в Норском массиве, по классу виолончели. Так вот детство, как и у всех, прошло в любимом дворики и все, и друзья, и прочее. Вот такая коротенькая, так скажем, да, биография. Հարգելի Սպարտակ, մենք մեր զրույցը իհարկե դերշահունակելու ենք, դեռ շատ ուրեմն ասելիք կա, որ պետք է մեր ժողովուրդը լսի, բայց հիմա ուզում եմ խնդրել, որպեսզի հայտարարես հաջորդ համարը. Следующая песня называется «Зэк на воле». Ես ուրեմն առաջ անցնելով ասեմ մեր ժողովրդին, ժողովրդը գիտի, որ մեր հաղորդումների ընթացքում հնչում է միայն և միայն կենդանի երաժշտություն, բայց քանի որ Սպարտակը այսօր ներկայացնում է ուրեմն Օրենբուրգյան հանրահայտ Մելամոր կանալ խումբը, իսկ քանի որ ուրեմն երաժիշները այսօր Երևանում չեն, մեզ հետ չեն, իսկ նա շատ ընկերասեր անձնավորություն է, մենք որոշեցինք, որ որպեսզի այսպես ասում են համուն հոտը տեղը լինի, որ Սպարտակ Հարությունյանը այսօր կենդանի ձայնով կերգի Մելամոր կանալ խմբի ուրեմն նախապես արված ձայնագրությամբ, նվագակցությամբ, ինչպես ռուսերեն ասում են, մինուսով։
Ухрейку, а вокруг таежный снег. Закурил я беломорчик, два часа уже не зэк. На плече родимый сидор и трехотки за спиной. На попутных лесовозах до вокзала и домой. А водила лесовоза все делянки знает он. Семь раскруток с первой ходки, все со сталинских времен. Первый срок в 39-м получил он 10 лет. Уронил он на параде бляха Сталина портрет. Сало, хлеб да самогонка, чисточка, ядрен зубок. Шишки, вышки и челдонка, чифербак да чиферок. На ночь лагерные байки, запоет где-то гармонь. От Сибири, елки-палки, лес, конвой, собаки, шмон. В поселок Вольных, что пятерку стерегут. Кумовья да вертухаи в том поселочке живут. Там в избе моя зазноба, от мороза дым столбом. Вертухая, дочка Соня, ну давай, браток, махнем. Баньку на дровах натопим, все запарим на корню. Босиком трусой по снегу, кувыркнемся полынью. Я же вольный зэк таежный, как медведь и как снегирь. Мой поклон тебе, Калина, моя матушка Сибирь. Сало, хлеб да самогонка, чесночка, ядрен зубок. Шишки, вышки и челдонка, чифербак да чиферок. На ночь лагерные байки, запоет где-то гармонь. От Сибири, елки-палки, лес, конвой, собаки, шмон. Чесночка, ядрен зубок. Шишки, вышки и челдонка. Чифербак да чиферок. На ночь лагерные байки, запоет где-то гармонь. От Сибири, елки-палки, лес, конвой, собаки, шмон. Сало, хлеб да самогонка. Чесночка, ядрен зубок. Шишки, вышки и челдонка. Чифербак да чиферок. На ночь лагерные байки, запоет где-то гармонь. От Сибири, елки-палки, лес, конвой, собаки, шмон. Հարգելի Սպարտակ, 1980 թվականին դու մեկնել ես Օրենբուրգ և մինչ օրս ապրում ես այնտեղ, ուրեմն այդ մեկնելու պատմությունը և այնտեղ մնալու մասին ուզում եմ մի քանի խոսքով մեր ժողովրդի ներկայացնես։ Ну, это был 80-й год, как бы, как и было принято в то время в армию, по призыву в армию, меня туда в Оренбург, значит, привезли. Служил я в военном оркестре. Ну, как бы служил нормально. Вороде Горцик или Новогомайтах? Да, да. Ну, в духовом оркестре как? Чё под руку попало, на том и играешь, да. И поэтому, ну, как бы универсально все. Ну и потом в процессе службы в армии, наверное, смотрели фильм «Невеста с севера», «Арсмаценевсис», да. Практически такая же история. Встретил девчонку хорошую, женился. Сам Хакарак наявил. Айнтех Ахчика Хаястан и Галис, айнтех Дуэс Гнацель Русластан. Да, да, да. Есэм Гнацель Русластан, там Песа. По-армянски так же говорят. Ну, женился, это, значит, в 82-м году. Через год у меня дочь родилась. Дочь зовут Карина. Армянское чисто настоящее имя, она у меня и внешне, и по характеру, натуральная армянка, да, то есть там не отличишь, как бы. Ну, как и любой нормальный армянин,
построил дом, посадил дерево, вырастил дочь, да, и все это в Оренбурге. Конечно, сам Оренбург для меня это как бы место жительства. Но вся наша работа, то есть весь наш шоу-бизнес и прочее, в основном базируется в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть я, наверное, скоро как летчик стану. То есть летаю ровно столько же, сколько профессиональные пилоты. Ну, работа такая, жизнь такая, как бы вот связанная с перелетами, со всем этим. В Ереван я летел, 3 самолета за день поменял, потому что как бы попутно дал и концерт, и там, да, в Ростове-на-Дону. Ну и вот приехал в Ереван, в родной город. Асан, вот ты Аджахаслином Айреником, Ереваном, да, яркий Урахали, да, мяйн, я везги там, вот да, мяйн бизнесе хит капаще, ну, аспес, касац, огад закумек, анчумек, Аджахаслином айстех. Харгели Спартак, хаджорт ярки ворокалини? Сизари. А ես ուրեմն մոռացա մեր ժողովրդին ասեմ, որ այսօր հնչող բոլոր երկերը, բոլոր այսօրվա երկերի հեղինակը ուրեմն Սպարտակ Հարությունյանն է, խնդրեմ հարգելի Սպարտակ. Свобода, открытое пространство, не щелкают со скрипом засовы и замки. Вам все видно сверху с птичьего полета. Расскажите, как там, мои вы Сизари. Вы мне расскажите, как цветут сирени, как в лесу березы, милые мои. Принесите весточку от старушки мамы. Я вас умоляю, возвращайтесь, Сизари. Принесите весточку от старушки мамы. Я вас умоляю, возвращайтесь, Сизари. Сносил здесь я восьмой пару. Сколько пережито бессонных здесь ночей. Я прошу вас, люди, молю вас ради Бога, никогда не бейте вольных Сизарей. С каждым днем все ближе становится свобода, позади уж половина моих невольных дней. День за днем уходят годы моей жизни, встречая на рассвете вольных Сизарей. День за днем уходят годы моей жизни, встречая на рассвете милых Сизарей. Thank you.
хотя бы на миг подняться вместе с ними и увидеть волю с птичьего крыла. Стало сниться чаще мне старушка-мама, только б не болела, лишь бы дожила. А когда на вахте скажут, вы свободны, я вдохну свободу утренней зари и скажу одно лишь: вам я на прощание, не покидайте зону, родные сизари. И скажу одно лишь: вам я на прощание, не покидайте дом свой, родные сизари. Արգելի Սպարտակ, քո ղեկավարած Բելամոր կանալ խումբը այսօր հայտնի է ամբողջ աշխարհում, բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են շանսոն երաժշտություն, այդ խումբը բոլորին հայտնի է, խումբը հայտնի ու շատ սիրված է նաև մեր մոտ Երևանում, և ասեմ քեզ, որ մեր ժողովուրդը պարտանում է, որ այդ խմբի ղեկավարը և մենակատարը հայ է, դու ես, Արգելի Սպարտակ. Հիմա ուզում եմ խնդրել, որպեսզի պատմես այդ խմբի ստեղծման պատմություն, ինչպես եղավ, որ ստեղծվեց, երբ էր և ինչպես եղավ, որ ստեղծվեց? Ну, если конкретно про саму группу, мы ее начали, в общем-то, делать, ну, организовали, все зарегистрировали, это был 94-й год. История группы как? Музыканты хорошие, такие все взрослые парни, собрались и стали делать. И де пьес узмай арсенал нах инчу кочвец Беламор канал ев хамбум баси кезанец уриш хайка ты боч. Беламор канал — это история, то есть история, определенная часть истории, которую народ не забывает. Это судьбы людей, это жизнь людей. То есть вот именно название само и говорит о том, что Беламор канал, то есть о чем песни. Тут к сигаретам, там, к папиросам никакого отношения. Да, это нет, это чисто историческое как бы название, вот так вот скажу. Ну, кроме всего этого, я еще и возьму такую смелость сказать, что уже какой год я не только Беломорканалом занимаюсь, я один из на сегодняшний день интересных, хороших продюсеров в жанре шансон. То есть у меня еще несколько проектов я веду. Это и группа «Воровайки» у меня начинали, да, девчонки. Вот. Это «Уголовная академия», «Криминальные куклы», группа «Менты». Даже я сделал шансон для «Ментов», впервые в России вышел. Ну и, в общем, вот так вот потихонечку. Группа «Вовочка», сейчас вот есть такая, у нас еще сделал я. Группа «Аризона». Юра Алмазов, да, он у меня начинал в группе. Олег Степанов, Вова Чернов. То есть известные исполнители очень в свое время... как бы вот многие известные сегодня артисты, мы вместе начинали. Просто я такой человек, наверное, все заметили, что даже на дисках, на моих, вот последний год-два, последние вот 2-3 альбома, фотография моя появилась, да, я как бы человек такой скромный, да, вот. И стараюсь как бы вот так. Да, Ярги, айтпес, ураки есть, узнал хантель, ворпезиас, зерхамбом уриш хайеркан, ты очень? А нет, к большому сожалению, Хайерчкан, но я Аминамец Хайандер Есер. Айден сасем, или? Харгели Спартак, хаджорд ерке, ворока хэнчи, хантрум, ад ерке масын, ад миканы хоскасес. Следующая песня, которую я хочу исполнить, называется «Брат». «Брат» — это такой как бы сюжет, ну, это баллада.
многие люди эту историю воспринимают за реальную, но, может быть, она и была, эта история, я не знаю. Ну, вероятнее всего, было такое в те годы. И поэтому, когда меня спрашивают, как ты написал песню, я говорю, ну, сел и написал. Вот, ну, как можно сказать, да? Есть, я вас мекан камуваки кальканем, у нас брат Ерки Царач, вот, Болор, айсурва, айн геркере, болор, айсур, энчумен, Спартак, Арутиони Катерман, айт, болор геркере, эринака, ев хоскери, ев верачцан, эринака, мэр Аргаржан Хюрне, Спартак, Арутиониянне. Почему не видит и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел, кто-то подал наколку. Из постели забрали его в ночь опера. Мать рыдала от горя, времена те суровы, писать анонимки были все мастера. Но годы летели, рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок, а там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок. Зимним утром морозным почтальон дядя Вася вручил у калитки два со штампом письма, два казенных конверта с отметкой обратно. На одном номер части, на другом же тюрьма. Сыновьям, что далеко от дома родного, собрала из гостинцев мать все, что смогла. Поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снегом строй заметая, из промзоны в жилую шел десятый отряд, прижимала груди для детей мать Паулы, жалея в душе и зэка, и солдат. Из строек старушки рванул по сугробам человек в телогрейке из последних рядов. Лязгнул затвор, разорвал вьюгу выстрел, не дошел он до матери ровно 10 шагов. Загудела колонна гулом злым возмущения. Подошел к человеку с карабином солдат. Подняла мать глаза: что ж ты сделал, сыночек? Я с гостинцами к вам, а это твой брат. Грянул выстрел второй,
и упал рядом с братом на руки матери. Младший сын и солдат затаилась вьюга, застыла колонна, и поняли все, убил брата брат. А весной на том месте, где жизнь оборвалась, разорвало три сердца и затихла метель. Солдаты и зэки другим в назидание посадили на память две березки ель. Ելիս Բարդակ, շոու բիզնես հասկացողությունը Հայաստանում նոր է և դեռ կայացման փուլում է այստեղ, բայց բոլորը գիտեն, որ Ռուսաստանում այն կարելի ասել արդեն վաղուց կայացել է և դու քո խմբի հետ միասին այսօր կարող եմ հաստատապես ասել, որ արդեն վաղուց մտել ես ռուսական շոու բիզնեսի շուկա և ուզում եի հարցնել, թե ինչպես ես քեզ այնտեղ զգում։ Ну, хочу сразу еще, значит, узмем сенсасель. Вот Беломорканал Хумба уже давно стала как бы студией Беломорканал, то есть это на уровне таком, что индустриальном уже уровне. То есть моя студия на сегодняшний день одна из лучших студий в России, то есть по оборудованию, по оснащению и все. Вот, помещение само, вот, то есть, ну, самое главное, да, это все, а? Да, это все в Оренбурге, да, там двухэтажная студия со всем оборудованием и прочее, с полным штатом, то есть надо живьем пишем, надо синтетику пишем, то есть, потому что само понятие в России шоу-бизнес, оно на сегодняшний день граничит как нефтяной, газовый бизнес, то есть это, да, если добывают газ и нефть из-под земли, мы тоже таланты, как говорится, да, ищем на земле, да. И вот это все как бы делаем, работаем, множим. Единственное, что вот как бы 95%, 90%, да, шоу-бизнеса евреи. Вот. Хотя это мои друзья и все. Ну, как известно, многие, как бы, чтобы пробиться, фамилии там и прочее подставлять, да. Ես այդ մասին եմ ուզում ասել, որովհետև շատ հայերի գիտենք, որ ազգանունները փոխելու միջոցով են ցանկացել մտնել, բայց ոմանց հաջողվել է, ոմանց ոչ, բայց դու երբեք չես փոխել ազգանունդ, եւ գիտեմ, քեզ ճանաչելով գիտեմ, որ երբեք չես էլ փոխի, ես դրա համար հարցրեցի, ինչպես ես քեզ զգում այդ, ուրեմն, մի քիչ բարդ շրջապատում։ Ну, я что хочу сказать, в принципе, если ты нормальный, хороший, талантливый артист, продюсер и все, ну, просто человек, в принципе, не фамилия делает человека, а человек делает фамилию, да, и поэтому я на протяжении 15 лет, которых работаю в большом этом шоу-бизнесе, я все время свое имя, свой талант, все, то есть продвигаю вот как бульдозером вперед. Ну, у меня хорошие друзья, то есть друзья действительно, это Михаил Шафутинский, Александр Новиков, вот, из, так скажем, из новых, группа Бутырка, то есть это мои очень-очень близкие друзья, у нас вплоть до того, что они у меня дома в гостях бывают, и все, то есть, ну, мои это близкие, Дюмин Саша, вот, то есть Лесоповал, ребята тоже со мной в очень хороших отношениях. Жека сейчас вот новый исполнитель тоже. Ну еще кого? Ну, знаете, чтобы никого не обидеть, как бы все, да, все знают, что вот все, кто есть, мои друзья, да, то есть как бы вот в таком плане. Հարգելի Սպարտակ, հաջորդ երգը, որն հնչելու խնդրում եմ այդ արես. Чифирок и папироса. Это чифирок, это крепкий чай,
Да. А папиросы это, ну, сигареты просто. Азерка идет без мотивирова, ну, а я стану сейчас сильваться. Сильвовля самокес. Юга люто завывала, но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугун и уголь на гора сдавала, а нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий, катаем в сахаре из пайки трюфеля. Прикусим к чиферку ландорик желто-синий и липнут на язык махоркой нефиля. Чиферок, а папироса вот такой, брат, калинкор. Ржаного корка и кубинский сахарок. Чай чиферок для зэка, как ворота рая. Для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу и под душаночкой тусуется душа, легко и просто все решаются вопросы и рядом близкие по духу кореша. Чиферок, а папироса вот такой, брат, калинкор. Сало, мыло без вопроса и под чифер разговор. Ватник, ватник, тила, грейка, остальное под сугроб. Шарф, ушанка, души, грейка, вот и весь наш гардероб. Чиферок, а папироса вот такой, брат, калинкор. Сало, мыло без вопроса и под чифер разговор. Ватник, ватник, тила, грейка, остальное под сугроб. Шарф, ушанка, души, грейка, вот и весь наш гардероб. Мы каторжане, все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене? Чиферок, а папироса вот такой, брат, калинкор. Сало, мыло без вопроса и под чифер разговор. Ватник, ватник, тила, грейка, остальное под сугроб. Шарф, ушанка, души, грейка, вот и весь наш гардероб. Чиферок, а папироса вот такой, брат, калинкор. Сало, мыло без вопроса и под чифер разговор. Ватник, ватник, тила, грейка, остальное под сугроб. Шарф, ушанка, души, грейка, вот и весь наш гардероб. Чиферок, а папироса вот такой. Հարգելի Սպարտակ, ես արդեն ասացի այդ մասին, որ դու հաճախ ես լինում հայրենիքում, քո ծննդավայրում, Երևանում, իհարկե այստեղ հայրենիքի հողի ջրի կարոտը կա, բայց դու նաև այստեղ համագործակցում ես, ուրեմն ունես այստեղ պրոդյուսեր, ես այդ մասին ասեմ, մեր հեռուստատեսային ակսակալներից մեկի, ուրեմն Արտավազդ Եղոյանի որդին, երիտասարդ ռեժիսոր Ուրեմ Խաչիկ Եղոյանը, քո պրոդյուսերն է, դուք համագործակցում եք, և ուզում եմ քեզ խնդրել, որ ասես այս անգամ ինչ նպատակով ես Երևանում. Ну, цель, конечно, не просто. Я приехал там, кстати, 7-8 вот мая в клубе «Астрал». Два дня подряд будут мои концерты, наши концерты, значит, 20:00 начало. Мы представляем новую программу, это новый альбом «Не в деньгах счастье».
Аргели Спартак Хаджорт Ерка Ворне Линелу Хантрамем. Хаджорт Ерка называется Налей Пасто. Налей Пасто. Харур Лиц. Сидов Лесоменг.
Հարգելի Սպարտակ, ես մեր ժողովրդին ասեմ, որ դու այս անգամ Երևանում ես գտնվում, նաև մեկ այլ նպատակով, ուրեմն մայիսի 19-ին Երևանի Սունդուկյանի անվան ուրեմն ակադեմիական թատրոնի շենքում կայանալու է մի լավ ճոխ համերգ, երեկոյան ժամը 19-ին, 7-ին, այսպես ասեմ, իսկ թե ինչ համերգ ելնելու, այդ մասին կխնդրեմ, որ դու մի քանի խոսքով ասես մեր ժողովրդին իմանա։ Ну, этот концерт, как бы, называется «Разведенные мосты», программа, одноименная песня есть. И как раз на этом концерте будет уже как бы представлена одна из моих первых работ, для чего я здесь нахожусь, да. Такая, оставим это, знаете, такой маленькой презент-интригой. Да. Да, и то есть очень интересно будет. То, что я сейчас здесь начинаю делать, вот именно на этом концерте будет уже кое-что представлено. Вот. И я бы очень хотел пригласить всех желающих послушать, увидеть это все в театре имени Сундукяна 19 числа в 19:00. Չի ուզում ասել, նրա հետ հանդես է գալու մեր շատ ճանաչված և լավ երգչուհիներից մեկը, այդ մասին մեր ժողովուրդը կիմանա մի քանի օրից, հարգելի Սպարտակ, և նաև ուզում եմ հարցնել, թե դու մեր հայկական, այսպես չասեմ շոու բիզնես, երգիչ երգչուհիներից, ասենք հայ երգիչ երգչուհիներից, ում հետ ես մտերիմ, ով է քեզ ավելի հոգեհարազատ? Ну, конечно, хороший, как бы мы с ним были очень хороших дружеских отношениях. Это всемирно известный Арамас Атриан. 10 лет назад, да, практически, мы с ним познакомились и очень хорошо подружились. Я у него дома бывал, вот в Эчмиадзине, в студию видел его все. Ну, как бы для меня было очень приятно. Я приехал к Араму в гости, мы сидели, и он специально пригласил. Вот на дудуке играют музыканты, знаете, вот старые музыканты, да. И вот мы сидели, как бы выпивали, гуляли у него дома, застолье хорошее. И для меня это было вообще что-то. Когда вот дудук, вот эти старые наши песни, этнос, да, мелодии, для меня это было вообще потрясающее зрелище. Я этого человека за это вот полюбил, за его талант и зауважал вот именно за вот эти традиции. Իսկ ուրիշ ու մետես մտերիմ հարաբերությունների մեջ։ Նու ոտ Հայկո Սպիտակսկի, դա, մի սնիմ տոժը ոչին խրոշի դրուզիա, ոտ կակ բա, տոժը դավնո ոչին պզնակոմիլիս, պադրուժիլիս։ Նու իտակ, կանեչնը, я не делю никогда музыкантов на известных, неизвестных. Для меня в моем статусе просто как бы некорректно бывает сказать, этот музыкант известный, этот неизвестный, они все мои коллеги. И поэтому я с большим, с огромным уважением отношусь к любому талантливому музыканту, к талантливому человеку. Հարգելի Սպարտակ, ռուսական շանսոնը ներկայացնող շատ հզոր անվանի դեմքեր կան այսօր. Միխայել Շուֆուցինսկի, Ռոզենբաում, Կուչին, Կրուկ և այլն, և այլն, բոլորի անունները չեմ ուզում տվել, բայց դու ում ես համարում ռուսական շանսոնի, այսպես ասեմ, նախահայր։ Իհարկե եղել է Վիսոցկի, շատ-շատերն են եղել, բայց նախահայրը ով է եղել։ Ну, я думаю, что вы знаете, Высоцкий, там Аркадий Северный, всё, они да, они были в то время, когда не было рядом никого. Но из самых таких на сегодняшний день ярких представителей я считаю Михаила Гулько. То есть это действительно, мы его называем дядя Миша Гулько, вот. Очень уважаем, это мой учитель, вот. Я его просто обожаю, уважаю. Америка имеет ценное. Да, да, он в Америке живет, но мы часто очень гастролируем по России, ну и за рубежом, все вместе, то есть это действительно яркий представитель шансона. И в свое время, когда кассеты Михаила Шуфутинского, вот, ходили, много очень песен, спетых Гулько, да, путали с Михаилом Шуфутинским. То есть яркие песни он спел, а думали, что это Шуфутинский. Հարգելի Սպարտակ, իսկ հիմա, որ երգ կկատարես, ընդունեմ այդ մասին ասես.
Я сейчас хочу исполнить песню. Это финальная песня всех наших концертов. Песня называется «Дожились». Вот, вот это и есть яркое такое, знаете, шансонное, как бы песня прямая, откровенная. И она была написана в 97 году. И уже 10 лет мы этой песней закрываем наши как бы концертные программы. Все, там прямота, русский дух, русское слово, да. То есть, как бы российская настоящая песня. Серьезно, Сумаки, серьезно, Сумаки. Я откинулся на волю, век бы воли не видать. Кто банкует, кто торгует, стало некому пахать. Комсомольцы все во фраках, западло им воровать. Все блатные, все спортсмены, нахер некого послать. Строят подловые понятия, учат всех, как надо жить. Я-то в лагерях ученый, мне-то как на воле быть. Проститутки, сутенеры, да мордастые быки. Чтоб я бабу, да за деньги, ну позорные волки. Что не депутат, то жулик, что не мэр, то фраерок. Если в Думу не вписался, 100 крантов получит срок. Рыжий, лысый и кудрявый, греют пузо, как в раю. Распротали по кусочкам, патлы родину мою. От ментов житья не стало, есть такой ангажемент. Рынки тем, дороги этим, мент, каишник, уникен. Прокуроры дорожают, оборек баклуши бьет. Протрезвеет, проругает и опять в запой уйдет. Черномор с богатырями перекрыл буржуям кран. Резко сам в тайгу подался и сидит как партизан. Жирик брызгает с трибуны, соки воды и боржом. Ереван, Ирак, Хусейн, ну а девочки потом. А майор один взвесился, рюмку хлоп и сразу в танк. Для финансовых вопросов взять решил тараном банк. Тихо шепчутся на кухне, может правда, может врут. Скоро наши из-под поля все опять назад возьмут. И тогда по железной, а по сибирской дороге всем составом товарным, а в Оркута Магадан, это Гена Зюганов и братишка Лукьянов, всем каналам платы, а выполнять встречный план. Սիրելի Սպարտակ, մեր հաղորդումը կամաց-կամաց մոտեցավ ավարտին։ Ես իրոք շնորհակալություն եմ հայտնում, որ չմերժեցիր, եկար, որ կարողացանք շփվել, որ կարողացանք քեզ և քո երկերը ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ քո երկերը և քեզ մեր ժողովուրդը շատ է սիրում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր հովանավորների կողմից, մեր գլխավոր հովանավոր, ուրեմն SPS Սիգարոն ընկերության կողմից սիրով քեզ եմ ուզում հանձնել այս ուրեմն հատուկ քեզ համար նախապատրաստված փաթեթը։ Սիրով ուզում եմ քեզ հանձնել ուրեմն մեր մյուս հովանավոր, միայն Մոսկվայում արտադրվող և Մոսկվայում փաթեթավորվող այս հրաշալի սուրճը, լեբո սուրճը, այստեղ ուրեմն լեբո սուրճի տեսականին է։ Համոզված եմ, որ մեր երկու հովանավորների արտադրանքն էլ քեզ դուր կգա, որտեվ բարձրորակ են։ Եվ ասեմ, որ ես համոզված եմ, որ սա մեր առաջին, բայց ոչ վերջին հանդիպումն է։ Մենք ուզում ենք քեզ առաջարկել, որ մենք համագործակցենք և
Երբ Երևանում կլինես, երբ ժամանակ ունես, ուրեմն նորից ու նորից այցելես մեզ, եւ մենք քո մյուս երկերը նույնպես ներկայացնենք մեր ժողովրդին. Спасибо, и я бы хотел как бы сделать такую отметку. Вот сигароны у нас в России тоже продаются, все, да, сигароны есть. И я, когда еду на большие гала-концерты шансона, я вот честно говорю, откровенно, я с собой беру сигароны специально и угощаю моих коллег. Все, я говорю, вот, армянские сигареты, курите, то есть все. Это вот на самом деле вот так есть. Спасибо. Спасибо и вам за оказанную мне честь, за доверие. Спасибо всем телезрителям, которые смотрят сегодняшнюю передачу. Всегда ваш покорный слуга Спартак Арутюнян. Сергей Спартак, мы из Агуртума Авартенк Миерков, воре, аспес асем, одесская песня, одесская им шат, хайтни ерке, воре, пизи хамауш лини айс Агуртмана, ко ерке, ерке кочвуме денюшки. Денюшки, везде повсюду только денюшки.
счастье, радость нашей девушки приносите в окон. И ваше нежное шуршание привозит сердце в трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой. И ваше нежное шуршание привозит сердце в трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой. И ваше нежное шуршание привозит сердце в трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки приносите покой.